В самом центре Вологодского Кремля, в самом центре Вологодской области вновь стартует еще один интересный проект фестивального лета, того проекта, который мы предлагаем не только гостям, но и жителям Вологодской области, проект музыкальной экспедиции, который объединил в себе ярких музыкантов, молодых дарований, которые представят на открытых площадках Вологодской области, таких как город Вологда, Череповец, ансамбль Вологодского Кремля, то есть здесь, да, в Кириллове, Тотьме, Никольске, Великом Устюге. Интересные новые проекты классической музыки, джазовой музыки, то есть все то, что может быть интересно для жителей гостей Вологодской области. Почему так часто и почему так много, да? Но я думаю, что за долгую-долгую зиму вологжане, они как раз готовы посетить эти культурные мероприятия, которые мы вместе с нашими партнерами организуем. Сегодняшний концерт, он немножечко стоит особняком, потому что у нас джазовый симфоджаз, это все-таки соединение, но тоже с классикой. А так мы именно играем академическую музыку и Шуберта, и Моцарта, и Шостаковича. Вообще уникальная история, потому что, действительно, вы правильно говорите, в глубинке люди совершенно не ожидают. И что показала уже Вологодская экспедиция, и показывает уже не первый год Владимирская экспедиция, где вообще возникла идея музыкальной экспедиции, это Владимирская область. Люди, которые приходят первый раз на такие концерты, они совершенно удивительным образом начинают это слушать. Вроде бы совершенно далеки от этой музыки, но их она каким-то совершенно чудесным, опять же, скажу, образом завораживает, и они начинают ей интересоваться. Это, конечно, действительно огромная вот такая подвижническая как бы сторона, огромная подвижническая сторона этого дела. Поэтому потрясающе. Мы сами этого не ожидали. Мы сами думали, ну как это будет? Представляете, действительно, люди обычные, простые люди, которые никогда в жизни не ходили ни на один концерт классической музыки. Они приходят, слушают и, в общем, даже, хочется сказать слово, обалдевают. Но это так, да.